Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и я, меня зовут Максим, и сегодня у нас снова игрушка «Кладбище соседа 2. Адские каникулы». Следующий эпизод у нас называется «Точно в яблочко». Короче, соседа поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка прихватила с собой шапку и решила сопровождать сыночку в путешествии. Она видела сериал и надеется оказать на уличке моральную поддержку. Теперь Вуди предстоит серьезная борьба, но его не пугают эти трудности. Короче говоря, усложняется игра, потому что мамочка соседа появляется. Привет, мамочка соседа уже на борту, так что придется глядеть в оба. Если она поймает Вуди, то не отпустит. Случай, если ты выпьешь. Вуди не нужно подстраивать пакости мамочки, но зато можно натравить ее на соседа. Например, сейчас, когда он бегает по ее поручениям. Сосед ненадолго приостановился, так что у вас есть достаточно времени, чтобы устроить ему пакость. Так, нитки тоже возьмем, Вуди. Резинку. Опа, в каждой серии Вуди может спрятаться. Пока Вуди прячется, сосед не найдет ее, даже если находится в одной и той же комнате, и спрячется Вуди в вентиляционной трубе. Теперь смотрите, как ничего не подозреваешь, сосед учит мамочке подушку-пердушку. Ну чё, из трусов в трусы положил? Два листы стало. Можете еще несколько пакостей подстроить. Конечно, подстроим. Короче говоря, круизный корабль направляется в Индию. Сегодня у нас миссия будет как раз таки именно там. Давай, сосед, быстрее. Во-первых, резинку, во-вторых, кролик, который очень нравится этой шапке, Фифи, блин. Так, коврик очень сильно чешется. Мы его сюда положим. И склеим вот это все дело. Бабамс! Собачке нравится кролик, а сосед никогда этого не видит.
Вот так вот, сразу три. И все, сейчас от мамочки еще влетит. Взял собачку. Вырубил. Еще и от такой резинки в лицо прям влетело. Ну давай, подними теперь штангу, спортсмен. Так вот. Все. Маменькин сынок. Все благополучно прибыли на Индию, в Индию, и вновь собрались на пляж. Ольга все еще не обращает внимания на соседа, так что он всячески старается провести впечатление на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди ему это с рук не сойдет. Это уже довольно достаточно сложная миссия уже. Я не успею. Бедный слон, сосед только и делает, что обливает его водой. На-ка, выпей. Ну просто так ты мне ведерко не дашь, блин. На крови-ка сюда. Сейчас еще одного надо достать. О, очень красиво. Прыгнула аж вот эта штука. Упала. Сейчас для тента. Сюда ежа морского. Теперь слон тебя там стоит. Ну чё, помылся за то. О, так будет повеселее. Mm-hmm.
Произвел впечатление, да? Сейчас и немного пощиплет. Два раза. Замок сломал. О, сейчас еще и... Так и замок разрушил. О, блин. Давай, красивый прыжок сделать. Как он не раздавил таким большим весом своим. Над облаками. Следующий пункт программы Тадж Махал. Никакой нифига нас на самом деле не Тадж Махал. Мамочка тут же исчезает на базаре, но не выйдет оттуда. Пока не спустит все деньги, блин. Сосед осматривает достопримечательности, слово дразнит слонов. Будь обязательно этим воспользоваться, блин. Тадж Махал. Никакой не Тадж Махал, мы это уже видели в консольной версии. Настоящий Тадж Махал гораздо больше. У него белые стены и вот таких вот окон точно там нет. И дверей таких нету. И в одних трусах тут не ходит никто. Стой. Жалко, что две мышки сразу нельзя взять. Так, а вот консольной версии тут ждать надо было. Взять ее уже не взять. А вот этим не будем заниматься. Твою же мать! Твою же мать! Что-то я не обратил на это внимание. Так, ладно. У нас 3 жизни. Это очень хорошо. А вот в версии для андроида 1 жизнь всего было. Ну, для андроида и для iOS. Так, шарик сюда. Надо, конечно, колдовство какое-то тут творится, что поднимается вот так. Так, удлиним качели немного. Гуляй на здоровье, нечего на веревках сидеть.
Линдлинтер с лезвием. Теперь любая обувь будет с хорошей вентиляцией. Так, нельзя близко к этому слову подходить, поэтому его надо отвлечь. Тьфу ты, проглядел. Ну, короче, улетел и упал. Вот сюда прям. Но вы в консольной версии могли увидеть. Так, а теперь под ноги, смотри, сосед. А я предупреждал. Кто отсюда деньги берет для того аттракциона? Проучим его. Блин, этот человек хоть живой там, нет? Этот гуру копается. Закопал за землю и та самую макушку, чтобы помедитировать без помех. Правда, деньги ему все равно нужны. Так что он продает эти шары. Осторожней, сосед. Ноги себе не разрежешь. Так, сплошная линия разметки. Стоит ближе, чем надо. Чёрт, у него голова что ли в пол? Влипа. Так, и последний тебе урок на сегодня, сосед. В следующий раз не будешь воровать деньги с чашек для пожертвований. Ещё бы ты дома был, ту чашку для пожертвований. Видел на улице. Нет. Не помню, где конкретно ящик для пожертвований был. Был ящик для пожертвований, такие люди глупые. Совсем равнодушные ко всем, походу. Смотрит, говорит: о, ящик для пожертвований. И второй тоже: ящик для пожертвований. Большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара. Ей пришлось по нраву асбестовые трусы. Сосед тоже нашелся развлечение по душе. Он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может остаться в стороне. Так, сосед в Тадж-Махал в одних трусах ходит. Никто так, конечно, не делает. Параллельный мир со своим собственным Тадж-Махалом. Так, цветы так просто не вырвать, поэтому отрезать придется. На, корову, поешь. Ты голодная, верно? Давай, ел. Ой, обосралась еще, ё-моё, блин. Фу, говёшка. Говёшка. Так, надо открыть этот люк. Тыщ. Так, надо до красна эти угли прям раскалить. Механический фен был когда-то. Так, в воду бензин наливаем. А еще горячего угля в трусы.
Ой, осторожней, сосед. Сосед, он, кожа у соседа не горючая, походу. Пока он там занят. Фу, как воняет. Давай пройдись по углям. Ой-ой-ой-ой. Как сосед не сгорел вообще. Блин, мамаша, иди быстрее. Мне надо говно подложить. Быстрее, 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 клади говно. Клади говно. Купи говно и поддержи Россию. Еще вот так вот сделаем. И будет нормально. Ребеночка, дразнишь, вот теперь сам себя сейчас подразнишь. Поел говно. Плевать, что невкусно. Носи говно, плевать, что некрасиво, езди на говне. Эх, кубок не дотянуло до кубка. Эх, жаль. Ладно, последний уровень на сегодня называется «Момент просветления». Короче, соседу так и не удалось завоевать благосклонность Ольги, и даже мамочка любовь стала действовать ему на нервы. Вот он и отыгрывается на безответном слоне. Ну и у животных тоже есть право. Да и Вуди не дремлет. Хватай сачок быстрее. Чаша для подношений. А, я сделал. Я не хотел этого делать, но у меня нет выбора. Так, надо слить воду. Если вы тут присмотреться, то что-то красное тут есть. Видимо, лифчик там все-таки остался. Так, слоны опять бесятся. Сейчас мы поможем ему соседа проучить. Точнее, собачку эту. Да ты пошел, господи.
Надо было ежа еще одного взять. Такая мощная катапульта свалит даже слон. Осторожно, сосед, сейчас больно может. Грядет просветление. Действительно, грядет просветление. Осьминога теперь сюда кладем. Вот так. Ой, сейчас влетит кому-то опять. Ой, осторожней, сосед. Сломал шезлонг в итоге весь. Сломал. Там крайне классный путь. Ай, уйди, сосед, дай пожрать. Бессмертный сосед какой-то. Упал в глубокий бассейн, и ничего ему от этого не стало. Я что-то, кстати говоря, не замечал, что море блестит. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, закончим. А теперь, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, который связан с конкурсом. На каком уровне я произнес фразу? Я не хотел этого делать, но у меня нет выбора. Варианты ответа — это над облаками, мамин просветление или маменькин сынок. Короче, пишите свои варианты ответа в комментариях, мы обязательно их посмотрим. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока.